Среди брянских специалистов онлайн-семинары становятся все более популярными. И не мудрено, для их участников разъяснение высококвалифицированных специалистов федерального уровня по сложным и спорным вопросам налогообложения, юриспруденции, бухучета, трудового законодательства. В Брянске благодаря развитию информационных технологий онлайн-семинары проводятся по самым доступным ценам. В современном мире информация – один из важнейших ресурсов. Только наличие полной, точной, достоверной информации позволит правильно и оперативно решить ту или иную сложившуюся ситуацию в свою пользу. Компания «Гарант Сервис Брянск» предоставляет полный спектр информационных услуг своим клиентам. Кроме того, мы приглашаем любых желающих повысить свой профессиональный уровень на всероссийские спутниковые онлайн-семинары. Несмотря на то, что проект в Брянске существует менее года, семинары посетили более 400 клиентов. Приглашаем всех желающих посетить спутниковые онлайн-семинары в компании «Гарант Сервис Брянск». В семинарах, которые, кстати, транслируются из Москвы, может принять участие любой специалист. В качестве лекторов выступают опытные эксперты, представители министерств и ведомств. Темы семинаров формируются с учетом пожеланий пользователей. Современные спутниковые технологии позволяют не только видеть и слышать лектора, но и задавать интересующие вопросы. Всероссийские спутниковые онлайн-семинары – это возможность услышать комментарии к законодательству от самих разработчиков законов. Также у нас есть возможность для юристов услышать обзор судебной практики от заместителя председателя Высшего арбитражного суда России. Статус наших лекторов настолько высокий, что позволяет называть нормативные документы, которые лежат на регистрации в Минюсте. Также у нас есть лекторы, которые дают свои электронные адреса для того, чтобы вы смогли задать вопрос или прокомментировать ту или иную ситуацию. Буквально недавно реализован проект между компанией «Гарант» и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Все члены Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, посетив наши 4 семинара, смогут засчитать их в ежегодную программу повышения квалификации и в результате получить 40-часовой сертификат Института профессиональных бухгалтеров. Семинары будут проводиться в Брянске в течение июля еженедельно. Ближайший состоится уже 7 числа. Тема «НДС при внешнеэкономической деятельности». Лектор – заместитель начальника управления косвенных налогов Федеральной налоговой службы Полина Борзаева. А 13 июля начальник управления частного права Высшего арбитражного суда Роман Бивзенко расскажет об арбитражной практике применения 122-го федерального закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 21 июля ведущий специалист консалтинга компания Ольга Шаркаева проведет семинар на тему «Заработная плата с учетом отпуска, больничных и командировочных расходов». Завершится цикл 27 июля выступлением специалиста Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям Управления МВД России по Московской области Татьяны Смирновой. Говорить начальник отдела документальных проверок будет об особенностях ведения учета в автономных учреждениях. Получить более подробную информацию вы можете в центральном офисе компании по адресу город Брянск, улица Урицкого, 9А, по телефонам 66 46 11 и 66 55 69 или на сайте www.garantbryansk.ru. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин, Игорь Сусло. События. Брянск.